Итак, приветствую всех любителей виртуальной реальности, в частности шлемов Oculus Quest 2, ныне переименованный в Meta Quest 2. Вы находитесь на канале Metaverse Oculus, добро пожаловать. Сегодня у нас будет распаковочка двух вещей от наших друзей Kiwi Design. Давненько от них не было никаких новостей, вот наконец-то мы дождались. Итак, долго не будем задерживать вас, поехали. Первая скромная такая коробочка пришла. Kiwi Design, логотипчик. Здесь вся общая информация. В общем, это кабель. Кабель для Oculus Link, который соединяет ваш шлем с вашим компьютером. Посмотрим, что есть внутри. Итак, внутри мы имеем сам кабель, макулатурку. На английском и совсем немножечко есть по низам на китайском языке. Об этом производитель позаботился. Английский все-таки не китайский, его, наверное, потребителю проще воспринимать. И также в комплекте идут, я так понимаю, это зажимы. Да, это зажимы. Значит, один зажим. Сейчас мы посмотрим. Это в инструкции должно все есть. Я вместе с вами первый раз это все, в принципе, вижу. Итак, значит, кабель. Кабель, вот зажимы. Здесь указано, он даже есть под разную толщину кабеля, то есть это под родной кабель и под ваш, который, возможно, вы покупали раньше. Значит, один зажим крепится на дужку самого Oculus шлема, вот этот беленький. То есть работает это примерно вот так. Он открывается. Прокладываем кабель. Защелкнули. И с помощью липучки закрепили на окулусе, на шлеме. Второй зажим у нас крепится, если верить инструкции, на системном блоке. То есть есть здесь двухсторонний скотч. Кстати, еще два у нас идут в запасе. И мы примерно вот таким образом где-то, ну, возле вашего выхода USB крепим его. Точно так же продеваем сюда, защелкиваем, и он на месте. Ну, с этим все понятно. Очень удобно, продумано, сделаны вот эти крепления. Обычно всегда проблема с кабелями, с проводами, они болтаются вокруг вас, мешают. Тем более, если вы вставляете в USB разъем, и он у вас, да неважно где он у вас, сбоку, сверху, кабель под своим весом, либо от вашего движения, он его начинает тянуть, и можно расшатать и сломать разъем. Итак, сам кабель. В инструкции, даже не только в инструкции, на коробочке написано, что длина кабеля 16 футов. 16 футов это 5 метров в метрической системе. С одной стороны у нас боковой Type-C. Очень удобно. То есть сбоку вы его прицепили к окулусу. И никаких проблем, он у вас не мешает, не шатается. И через зажим запустили, все, он вас не беспокоит больше. С другого конца у нас идет USB разъем. Стандартный USB разъем, который, опять же, рекомендуется коннектить через USB 3.0. USB 3.0. Да, вот есть минимальные системные требования, рекомендованные даже вашего компьютера. То есть это Intel i5 4590 или AMD Ryzen 5
1500X или выше. 8 гигабайт оперативки Windows 10 и USB разъем 3.0. Отлично. Все указано, все доступно и понятно. Что я могу сказать насчет самого кабеля? Он довольно плотный и толстый. Это, я так понимаю, для того, чтобы вы его не ушатали в первую неделю работы с ним. Это очень даже хорошо, что его сделали надежным. Не такие, как каких-то обычных там китайские гарнитурки, которые кабель его раз, два, три раза перегнул, и все, можно выкидывать. То есть кабель, качество чувствуется. Качество хорошее. По ценнику я даже сейчас не скажу, не буду обманывать. Вы все это можете зайти на сайт Kiwi Design, в их магазины, и там увидеть цену. Итак, и основная наша посылочка. Это стрип крепления для Oculus с батареей и наушниками. То есть немного ранее, вы можете посмотреть обзор у меня на канале, я делал обзор на стрип с наушниками, на обычное крепление с накладками лицевыми, тыльными. А это совершенно новая модель, которая включает в себя и наушники, и батарею. Итак, что у нас есть здесь? Ну, как всегда, макулатурка. Естественно, куда же без нее. Итак, батарея у нас установлена 6400 микроампер, 3,85 вольта, 24,64 ватта. Входной ток 5 вольт 2 ампера, выходной 5 вольт 2,4 ампера. 6400. На моей памяти это, по-моему, максимальная из доступных батареи для Oculus. Итак, дальше у нас в комплекте также идет вот это крепление для кабелей. Для двух кабелей. Здесь у нас два кабеля. Один идет под наушники, второй под батарею. То есть это также мы на дужках Oculus крепим все. И оно нам не мешает. Так, ну еще одна макулатура. Да, такая же. Для любителей французского, немецкого, в общем, на других языках. Итак, что у нас идет в комплекте еще? Значит, идет сам стрип с наушниками и батареей. Также идет моя любимая накладочка. Это тыльная накладка. Она одевается сюда на Oculus. Это мы ее примерим чуть позже. Очень хорошее качество материала, удобная. И вот такая вот шикарная тряпочка, с помощью которой мы можем очень... Кстати, отличное качество, ребята. Она толстая довольно-таки. Для того, чтобы протирать линзы на вашем шлеме. Вот это очень незаменимая вещь, потому что хорошую качественную микрофибру довольно тяжело найти. Именно для того, чтобы не поцарапать ваши линзы. Итак, давайте посмотрим поближе на нашу гарнитуру. Значит, мы имеем наушники. Наушники... Обзор я делал на эти наушники на своем канале. Качество, конечно, огонь. Очень мягенькие. Материал очень удобный. То есть за счет
шарниров за счет вот этих вот установленных шарниров в любую сторону вы регулируете. То есть вообще, в принципе, вы не ощущаете того, что у вас на ушах что-то висит дополнительно, какие-то наушники. И также они еще регулируются по сам наушник, по этой дужке и относительно вас в разную сторону. То есть очень удобные, очень классные, реально классные наушники они сделали. Молодцы, ребята. И качество звука, и басы прослушиваются. И как минимум, когда вы в окулусе находитесь, если используются родные динамики, то люди, сидящие рядом с вами, они слышат то, что слышите вы. Здесь же вы никому не мешаете. Кроме вас никто никаких посторонних звуков не слышит. Это очень удобно. Итак, 6400 миллиампер. Да, это, ребята, я вам скажу, очень хороший объем батареи. 6400. Значит, здесь мы имеем порт Type-C, USB Type-C для зарядки батареи. Это регулировка длины самого крепления. Также у нас имеется мини-джек для подключения наушников и USB боковой Type-C для батареи, для самого окулуса. То есть Kiwi Design, в принципе, молодцы, они не отстают. Они сначала сделали просто гарнитуру, наушники с креплением, сделали батарею отдельно, а сейчас они сделали все это вместе. Я надеюсь, это всем понравится. Я этого лично сам ждал, потому что невозможно отдельно поставить крепление с батареей и навесить на него отдельное крепление с наушниками. А здесь у нас все вместе, все удобно. Короче, класс, супер. Очень доволен, спасибо за такую вещичку. Мы ее обязательно протестим. И я вам все подробно расскажу после тестов, как ведет себя батарея, сколько она держит, как оно все вместе с наушниками, развесовка, то есть удобно ли оно держится на голове и так далее. В общем, до новых встреч в эфире, как говорится. Я думаю, все будет класс. Всем мира. Берегите себя.